Доброе утро, дорогие наши телезрители. Доброе утро. Тема нашей передачи сегодня – дизайн интерьера. Это очень обширная и интересная тема, тем более, что каждый из нас соприкасается с ней каждый день. Наверняка сейчас многие вспомнили свой ремонт, который был сделан недавно, и весь процесс с этим связанный. Да, ведь не зря говорят, что ремонт в доме похож на маленькую катастрофу. Вот именно в тот момент встают ребром все вопросы, касаемые дизайна интерьера. А ведь именно этот момент очень важен, ведь дизайн интерьера – это не просто картинка, но это среда, в которой мы находимся постоянно. Во все времена человек стремился к прекрасному вокруг себя. И даже наши древние предки, возможно, не отдавая отчета, создавали вокруг себя первый дизайн интерьера. Чем дальше развивалось человечество, тем интереснее и разнообразнее становились стили и интерьеры, в которых жил человек. Каждый из этих стилей всегда был единственным для своего времени. И, наверное, только в наше время возможно существование всего вместе. Мы, люди 21 века, собрали вокруг себя воедино все те стили, которые были созданы ранее. Сейчас бесконечные возможности интерьерного дизайна позволяют создать вокруг себя тот мир и ту атмосферу, в которой комфортно жить каждому из нас. Казалось бы, есть вещи и поважнее обстановки вокруг. Но, наверное, ничто не сможет заглушить в человеке его вечного стремления к красоте и комфорту вокруг себя. Сегодняшняя наша гостья точно знает, как сделать так, чтобы процесс ремонта и выбор дизайна интерьера не был похож на катастрофу. Дарья Хомич уже много лет работает в этой сфере и сегодня поделится с нами дизайнерскими секретами. Дарья Хомич. Психолог по образованию. Настоящее призвание нашла в творчестве. Дарья – дизайнер интерьеров. Выросла в творческой семье и считает, что именно это предопределило выбор жизненного пути. Предпочитает минимализм. Уверена, что родители в первую очередь должны поддерживать детей во всех начинаниях. Доброе утро, Дарья. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. Очень рады вас видеть. Спасибо, взаимно. Дарья, и вот сразу такой вопрос. Очень интересно, чем вам нравится ваша работа? Вопрос такой, на самом деле, глобальный. Наверное, мне нравится дарить людям красоту и открывать этот мир для себя заново. То есть вы, получается, посредством работы действительно его открываете для себя? Я думала, это только касается ваших заказчиков. Да нет, почему? Приятно привносить что-то новое, наверное, рушить потихоньку какие-то стереотипы и смотреть на пространство под разным углом. Ух ты, звучит и правда глобально. А мы знаем, Дарья, что вы по образованию психолог. Как вы от психолога перешли к дизайну интерьера? Ну, вообще, изначально я хотела быть журналистом. Это было такое модное направление. Потом я решила, что я хочу быть психологом. Психолог из меня получился не очень хороший. На втором курсе я поняла, что это абсолютно не моя профессия. Да, я закончила Тюменский государственный университет. Моя профессия была уже предопределена, потому что я выросла в очень творческой семье. И тяга к этому у меня, наверное, была с детства заложена. Расскажите про вашу творческую семью, интересно. Мой дедушка, он был ведущим модельером в нашей республике. Да вы что, бабуля, дедушка? Она преподавала. Наверное, если бы она преподавала сейчас, это была бы какая-нибудь сфера дизайна. Тогда это называлось домоводство. Моя мама, будучи маленькой, посещала все уроки. Естественно, она росла вот во всем этом. В итоге, в свое время, моя мама улетела в Италию. Училась у такого знаменитого Антонио Салери. Они занимаются профессионально карнавальными венецианскими масками. И я росла вот в этой среде, подпитывалась. И, конечно, я, наверное, предана этому делу. Вот, наверное, так. Очень интересно. Я представляю, как, наверное, мама повлияла на выбор вашей профессии, потому что расти, наверное, среди такой красоты и ручной работы, и, наверное, вместо привычных игрушек куклы Барби у вас были венецианские маски. Мама мне помогла. У меня замечательные родители, вы знаете, они поддерживают меня абсолютно во всем. Это самое важное, и будучи мамой своего сына, я понимаю, что самое важное – это дать, наверное, поддержку. Небольшой перерыв специально для вас, уважаемые мамы. Смотрим наши полезные советы, чем занять малыша. А сейчас мы будем делать арбуз. Показать как? Да.
Нам для этого понадобится пластилин трех цветов. Белый, красный и какой еще? Зеленый. Правильно, Амира. Вот. Держи и катай из нее колбаску. Папа! Вот такую вот делаем колбаску. Так, получается? Зеленый у нас первый слой. Затем мы делаем колбаску из белого слоя и выкладываем ее тоже по кругу. А теперь самый основной красный цвет. Его мы выкладываем и закрываем всю середку. Давай, Алихаш. Смотрите, что у нас получилось. Ну а теперь начинается игра. Делаем косточки арбузу. Вот такой у нас получился классный... Арбузец. Очень интересно, чему обучают дизайнеры интерьеров? Как проходит процесс обучения? Я оказалась в чудесном городе Санкт-Петербург. Там я начала путь обучения. Дизайн интерьеров — это такая обширная сфера для обучения, раз, большая платформа для деятельности. И, наверное, это дает мне возможность расти, усовершенствовать свои знания. Там была хорошая глобальная сеть, к сожалению, ее уже нет. Они привозили очень крутых зарубежных специалистов, и я настолько прониклась, наверное, Европой, это совершенно другой взгляд, это совершенно другая ментальность, это совершенно другое видение. И вот тогда меня потихоньку начали поглощать интерьеры, я работала, наверное, только посредством детализации готовых проектов, но в итоге я уходила туда с головой. Я прошла обучение графики здесь, у меня были два великолепных преподавателя совершенно разного направления, и потом я уже начала заниматься этим вплотную. То есть, получается, по большому счету, это постоянные какие-то новые введения, новые видения, новые классы. Конечно. Очень интересная работа. Однозначно. Существует много стилей и направлений в интерьерном дизайне. Посмотрим на основные из них и узнаем, что есть что. Сотни направлений дизайна можно условно разделить на три большие группы. Классические интерьеры, этнические и современные. Все начинается с классики, и самым скромным ее представителем является стиль античной Греции. Узнать такой интерьер легко по преобладанию белого цвета, а еще здесь немного мебели, но много воздуха и света. Из материалов используется камень, мрамор или гранит. В качестве декора принято использовать статую греческих богов, а стены в таких интерьерах никогда не оклеиваются обоями, они должны быть каменными. Готический интерьер – дизайн, который часто называют храмовым, возник на переломе двух эпох. Готический стиль характеризуется арочными конструкциями, высокими сводами и множественной мозаикой. Стиль Ренессанс. Эпоха Возрождения возникла в тот момент, когда люди устали от чрезмерного аскетизма, захотели роскоши, света и богатства. Узнать стиль Ренессанс можно по строгим линиям и излишней симметричности во всем интерьере. Самостоятельно воспроизвести Ренессанс практически невозможно. Это очень сложный стиль, подвластный только профессиональным дизайнерам. Стиль барокко является одним из дворцовых. Главные качества барокко – роскошь и еще раз роскошь. В барочных интерьерах нет дешевых материалов и прямых линий. Везде причудливые завитушки и дорогие натуральные материалы, такие как камень, дерево, шикарные ткани, огромные зеркала и картины в позолоченных рамах. Главные оттенки стиля барокко – золотой и белый, ведь именно они ассоциируются с деньгами и роскошью. Кстати, в первозданных интерьерах в стиле барокко действительно использовалось настоящее золото и драгоценные камни. Сегодня же драгоценные металлы заменила простая позолота. Мебели в интерьере должно быть много, и вся она массивная и роскошная. Стиль рококо многие дизайнеры называют поздним барокко, но это не совсем справедливо. У рококо есть свои собственные характерные черты. Множество деталей, позаимствованных из китайских интерьеров.
Это фарфоровые вазы с золотой росписью, передвижные ширмы и так далее. Углов в интерьере рококо просто нет. Здесь все линии плавные, а острота углов завуалирована мягкими драпировками из ткани. Самое важное, рококо, конечно, стиль богатства, но первоочередное в нем все-таки комфорт. Какую работу вы предпочитаете? Это какие-то частные дома, квартиры, либо это общественные места? Я люблю очень общепит, я люблю сферу ресторанного бизнеса, потому что в работе это намного сложнее. Вы должны продумать каждую деталь, начиная от передвижения ваших гостей, заканчивая передвижением вашего персонала, для того, чтобы в совокупности работа была комфортной. Я работаю абсолютно во всех направлениях, прикладным дизайном занимаюсь уже больше 10 лет. Начинала я с хендмейда, картмейкинг, мероприятия, оформления, стилистика. Что значит картмейкинг, может быть, для наших телезрителей? Картмейкинг – это направление по созданию открыток ручной работы. Это очень большая комбинация текстиля, техники, декупаж. То есть это создание ручной открытки, в которую вы вложили всю свою душу, и она настолько может быть универсальной, индивидуальной. Многие помнят Дарью со своим в Демире, да? Я думаю, что даже наши телезрители многие узнают. Да, 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 было дело. Начинала я с упаковки подарков. Вот. Потом я начала свою самостоятельную деятельность. Я основатель сети «Бюро подарков». Мы просуществовали около 7 лет. Кстати, я очень хорошо помню «Бюро подарков». Мне очень нравились ваши работы, действительно, вот прям с удовольствием, с любовью. Да. А почему завершилось это дело? Ну, наверное, мне нужен был новый этап в моей жизни, и я довела его до логического завершения. Одним из первых этнических стилей стоит назвать кантри. Этот стиль может ассоциироваться с Африкой или Норвегией, но главная его черта – это то, что передает он деревенский уклад жителей той или иной страны. Никакой роскоши, позолоченных завитушек и прочей мишуры в интерьерах кантри нет. Здесь только то, что необходимо для нормальной жизни. Главным представителем кантри считается Прованс – стиль французской деревушки. Характерные черты – пастельные тона, деревянная слегка состаренная мебель, балки на потолке. Скандинавский стиль. Эти интерьеры сегодня на пике популярности. Основные качества скандинавских интерьеров – простота, свет, минимум мебели и декора. Здесь все строго и немного прохладно. Зато в комнатах много воздуха и очень светло. Подходит стиль для оформления просторных комнат правильной геометрии. Доминирующий цвет – белый, линии строгие и четкие. Нью-йоркский стиль. Американские интерьеры часто оформляются в стиле лофт, который еще называют нью-йоркским. Появился такой дизайн в дни резкого подорожания земли в американских городах. Именно тогда население стало осваивать заброшенные промзоны. Комнаты в стиле лофт оформлены слегка небрежно. Здесь не прячут проводку и не маскируют коммуникации. Отделкой стен можно пренебречь, оставив кирпичную кладку. Стиль contemporary. Девизом первого из современных стилей является высказывание «все как у людей». Основные приемы стиля contemporary в интерьере – это простота линий, легкая мебель, которая может трансформироваться, зонирование пространства, встроенные гарнитуры, синтетические материалы, незамысловатые люстры, натуральные ковры в стиле 70-х годов прошлого века, использование материалов массового производства. Помогает ли ваше образование как психолога в работе с, непосредственно с заказчиком, с клиентом, именно вот с этой точки зрения? Помогает, безусловно. У меня была недавно встреча с заказчиком, я задавала ему столько вопросов вне темы, он такой... Долго думал, к чему? Да, вы вообще? Точно дизайнер? Это допрос? Понять, вы знаете, да? Наверное, создать картинку – это не так сложно. Сейчас огромные ресурсы интернета, где можно, наверное... черпнуть вдохновение, я вам даже больше скажу, можно скачать готовый интерьер и не париться. Да. Для меня важно создать пространство для человека, для того, чтобы оно было эргономичным, и для того, чтобы человек зашел в свой дом и чувствовал себя там комфортно. Вот это самое важное. Для этого согласна. Нужно быть психологом, это точно, абсолютно. Чтобы прочувствовать. Как каждую деталь. Дарья, мне кажется, ваш почерк очень специфичный. Бывают ли у вас какие-то, может быть, спорные моменты с заказчиками, когда вы предлагаете
свою работу, и у вас возникают сложности, когда заказчик говорит, ну нет, нет, нет. Это очень актуальный вопрос. Я прежде всего минималист. Я люблю, наверное, детали больше. Моя душа принадлежит какой-то Скандинавии. Вот. И потихоньку я, наверное, объясняю людям. Я не имею права их переубеждать, но я должна уметь обосновать свое мнение. Спорные моменты бывают, безусловно. Учитывая, что мы все-таки привыкли к роскоши Востока, к чему-то золото, такому. Да. Конечно, конечно, более объемному. Как и в одежде, так и в дизайне интерьеров есть своя мода и свои тренды на каждый сезон. Каждый год и не один раз проходят мировые выставки дизайна интерьера. И именно там зарождаются все новые направления в этой индустрии. Смотрим наш сюжет. В мире проходит ежегодно очень много выставок, очень много дизайнерских саммитов. Посещали ли вы такие мероприятия? И расскажите, какие, вот, как они проходят вообще? Я была в Казахстане, я была в России. И вот совершенно недавно, наверное, вы слышали, у нас состоялось грандиозное событие «Как удав». Я думаю, вы все слышали о нем. И счастлива, что появилась новая платформа для творческих людей. Великолепные спикеры, одни из самых ведущих топовых дизайнеров. И это колоссальная, огромная возможность хотя бы просто послушать, вот почувствовать энергетику этого человека. А оттуда что-то для себя новое взяли на заметки? Конечно, конечно. Скажу больше, я поняла, что мы порой не дизайном занимаемся. Вот. Наверное, самое важное, что я поняла, не нужно придумывать ничего нового. Не нужно жить пережитками прошлого. Но традиция — это очень важно, безусловно. Но нужно настолько смотреть на мир в моменте. Вот он есть сейчас, и вот именно сейчас вы его создаете. Вот это... Мне кажется, это очень сложная задача. Конечно. Легче сделать то, что придумано, легче его усовершенствовать. Ну, наверное, задача каждого дизайнера — найти какую-то свою стилистику и какое-то свое направление. Да? У каждого из нас есть свой почерк. И вот самое главное, наверное, его прочувствовать. Как и в любой сфере искусства, в сфере дизайна есть свои знаменитости. Да, своего рода звезды, которые внесли немалый вклад в развитие современного дизайна. Давайте посмотрим наш сюжет. Акилле Кастильони, дизайнер из Милана. Его работа – это искусство для всех, которое становится не музейным экспонатом,
а удобным и привычным предметом быта, потому что он делал это с радостью и юмором. Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь, способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время. Работай для удовольствия, а не ради вознаграждения. Или не работай вовсе. Это девиз американца египетского происхождения Карима Рашида, который считается одним из самых титулованных дизайнеров интерьеров Соединенных Штатов. Он старается делать предметы, которые приносят радость, упрощают жизнь и дарят красоту. В его работах всегда много плавных линий, а мебель порой не похожа на привычные диваны и кресла. Среди самых известных работ дизайнера – прозрачные стулья с яркими принтами и кресло с красноречивым названием «Тет-а-тет». Широ Куромата одним из первых решился стереть грань между современным искусством и дизайном. Поэтому работы Широ Куромата переводят знакомые предметы в разряд поэтических объектов. Самые известные творения дизайнера – кресло «Как высока луна» из металлической сетки, акриловый стул «Мисс Бланш», украшенный алыми розами, стеклянный стул «Глаз Чер». Объединяя в своих работах западный модернизм, элементы сюрреализма и восточную философию, Широ Куромата создал мебель, поражающую своим японским минимализмом и чувством иронии, свойственным западному взгляду. Ирландская художница Эйлин Грей всю жизнь в одиночестве занималась созданием удобных и оригинальных вещей. Ее работы казались причудой сумасшедшей богачки, которая от нечего делать стала проектировать. Но Эйлин никогда и не искала ни славы, ни коммерческого успеха. Ее не волновало чужое мнение. Именно поэтому ее дома и мебель признаны культовыми проектами 20 века, а она сама – родоначальником модерна. А есть у вас дизайнеры мировые, может быть наши, кто дольше находится на рынке? Кто для вас является, вот они, идеалы в работе своей, именно в видении? У меня нет идеала совершенно. Нет. Есть люди, чья деятельность заслуживает, безусловно, уважения. У нас есть топовые дизайнеры на территории нашей страны. Люди, которые развиваются ежегодно. Есть, безусловно, зарубежные. Может быть, кто-то из наших телезрительниц не знает. Дизайнер, вот вы только по заказу исполняете проект, или же вы его ведете до финала, до конца строительства? Этапы работ, они примерно стандартивные. Мы разрабатываем планировочное решение для человека, максимально учитывая его образ жизни и эргономику пространства. Следующий этап – это стилизация, максимально разработанная в каких-то картинках, коллажах, каких-то клипбордах, для того, чтобы я могла человеку донести свое видение. Когда мы понимаем, что мы двигаемся в одном и том же направлении, мы начинаем работу над визуализацией. И для меня, прежде всего, важна масштабность для того, чтобы вы видели пространство так, как вы его сможете увидеть в реальной жизни. Есть такая опция в моей работе – это авторский надзор. Я сопровождаю вас в процессе стройки. То есть мы от нуля до конечного результата, я с вами. Помимо разработанной концепции и стилистики, да, это 3D-модели, я разрабатываю полностью рабочую документацию для того, чтобы вы потом без меня ли, либо со мной смогли пошагово воплотить в реальность то, что то в итоге мы выбрали. То есть для простого человека, получается, авторский надзор – это и есть прораб? Нет, или вот это, кстати, очень хороший вопрос. Очень многие путают строительный авторский надзор и дизайнерский. Моя задача как дизайнера, чтобы картинка, которая у нас в итоге получилась, она была такой же сочной и живой в реальной жизни. Ну что ж, настало время нашей спортивной рубрики с Арнеллой Никитиной. Все эти упражнения вы можете повторять вместе с Арнеллой, и отличное самочувствие на весь день вам гарантировано. Всем доброе утро! Меня зовут Арнелла, и сегодня я вам покажу базовый комплекс упражнений на ноги. Начнем мы по традиции с легкой разминки. Разминаем шейный отдел. 8-10 повторений в каждую сторону. Теперь разомнем плечи. Также 8-10 повторений в каждую сторону. Теперь разомнем локти.
Также 8-10 повторений в каждую сторону. Обязательно наклоны в сторону. Наклоняемся как можно ниже. Обязательно разомнем ноги, коленные суставы. 8-10 повторений в каждую сторону. И голеностоп. 8-10 повторений в каждую сторону на каждую ногу. Начнем. Первое упражнение с широких приседаний. Делаем акцент на внутреннюю часть бедра. Ставим ноги чуть шире ширины плеч. Втягиваем живот, выпрямляем спину и приседаем. Ни в коем случае не сводите колени. Приседать нужно чуть ниже линии колен. Эти приседания дают акцент на внутреннюю часть бедра и ягодичные мышцы. Эти приседания повторяем от 15 до 20 раз. Следующие приседания у нас будут узкие приседания для внешней части бедра. Мы ставим ноги чуть-чуть уже ширины плеч. Спину прямо, живот тянут. И приседаем точно так же. Обязательно следим за тем, чтобы наша коленка не выходила за носочек. Угол сгиба колени должен быть 90 градусов. Также от 15 до 20 приседаний. Следующее упражнение у нас будут перекрестные выпады для квадрицепсов и также ягодичных мышц. Делаем шаг в сторону, а другую ногу заводим назад. Спину обязательно держим прямо. Стараемся приседать как можно глубже. Спину держать прямо, живот должен быть втянут. Также делаем 15-20 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение – это будут классические выпады для квадрицепсов и ягодичных мышц. Самое главное – это то, что сгиб колена должен быть 90 градусов. Поочередно делаем каждую ногу. Также спина прямая, живот втянут. Смотрим прямо перед собой. Делаем на каждую ногу 15-20 повторений. И завершаем нашу тренировку последним упражнением на икроножные мышцы. Встаем прямо, втягиваем живот, спина прямо и встаем максимально на носочки. Опускаемся вниз. Делаем это упражнение до жжения. На этом мы заканчиваем нашу тренировку и чередуйте ее с остальными нашими комплексами, которые я показывала в предыдущих программах. Будьте здоровы! До свидания! Очень интересный и полезный сюжет, ну а мы возвращаемся к нашей беседе. Сегодня мы говорим о дизайне интерьеров. Впереди вас ждут полезные советы от нашей гости. Не переключайтесь. А как строители относятся вот к такому авторскому надзору, да, в виде девушки-блондинки? И тут такая красавица Дарья. Авторский надзор, я вам сейчас все подскажу, ребята. У нас есть такая шутка между собой. У меня есть несколько бригад, с которыми я уже работаю не один год. Дизайнер – враг стройки. Поэтому мы очень любим спорить, но... Последнее слово за вами. Все-таки мы приходим. Нет, не всегда. Я стараюсь прислушиваться к людям, потому что они профессионалы своего дела, тем более, если это узкий специалист. Если мы не можем прийти к общему знаменателю, мы находим то решение, которое максимально удовлетворит и мои потребности в плане визуализации, в плане картинки, и техническое оснащение. Самым колоритным из этностилей, наверное, можно считать африканский. Здесь не найти сложных конструкций и дизайнов. Все предельно просто и органично. Оттенки в интерьере должны быть теплыми – красный, оранжевый, коричневый и желтый тона.
В африканском интерьере уместны шкуры животных, плетеная мебель, статуэтки из Африки, текстиль из мешковины. Задумываться об экологии и ее состоянии люди начали совсем недавно, когда развитие промышленности заменили IT-технологии. В эко-стиле все просто и органично. Здесь используются только натуральные, экологически чистые материалы. Все должно быть связано с природой. Гранж можно назвать шикарным оборванцем, союзом простоты и материального достатка. Эти интерьеры кажутся глотком свежего воздуха после душного мегаполиса. Но подходит гранж не всем. Для этого стиля нужен воздух, пространство. Так что на 3 квадратных метрах создать интерьер гранж не получится. Особенности стиля гранж такие. На стенах кирпичная кладка или доска. Полы деревянные или плиточные. Потолки украшают грубоватые балки. А вот мебель в интерьере должна быть качественной и известных брендов. Завершить обстановку можно пестрыми натуральными тканями и простыми предметами декора. Дарья, как вы считаете, как часто нужно обновлять интерьер в квартире и надо ли вообще? Я думаю, надо. И максимально, насколько это возможно. У нас есть такие детали, как занавески, у нас есть какой-то текстиль, у нас есть какой-то декор. С помощью этих, наверное, небольших инструментов вы можете хотя бы немножко видоизменить. Потому что с каждым годом мы меняемся, меняется мода, меняется наше настроение, наверное, образ жизни в какой-то степени. И мы можем этому соответствовать. Вообще, как часто вот вы считаете вот именно вот по годам? Раз в 3 года, в 4, в 5, в 10? Есть ли какие-то этапы или стандарты, может быть? Юль, вы знаете, наверное, это зависит прежде всего от человека. Насколько мы любим спокойный образ жизни, либо мы любим хаос. Я человек хаоса. Я не могу жить стандартивами 5, 10, 15 лет. Кто-то совершенно спокойно и... Кто-то любит наоборот, абсолютно, да? Абсолютно, да. Чувствует себя нашел в этом. Нашел свою зону. Да. А вот, может быть, сейчас кто-то из наших телезрительниц захочет прямо сегодня поменять что-то в своей комнате, квартире, или с чего вы посоветуете начать? Вы знаете, я, наверное, отвечу как психолог сейчас. Вот. Наверное, нужно начать с себя. Ух ты! Нужно настолько прочувствовать, что бы вам хотелось в данный момент, и в зависимости от своего настроения можно попробовать поменять свое пространство. Я, прежде всего, меняю цвета. Потому что цвета – это наше настроение, это состояние нашей души. Наверное, самая главная рекомендация – ничего не бояться. Пробовать себя. Совершенно неважно, наверное, чем вы будете заниматься. Самое главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Если мы говорим о мире дизайна, это, наверное, такой огромный мир. Наверное, самое главное – дать себе возможность попробовать себя в разных направлениях. Не бояться. Не да? бояться. Вот самое главное – не бояться. Оставайтесь вместе с нами, у нас еще много интересной и полезной информации.
А вот как вы относитесь к мебели? Например, часто, даже если это новый ремонт в каком-то модном направлении, но есть какие-то детали мебели, интерьера дома, с которыми вот, ну, просто не хочется прощаться, и, как правило, наши родители не прощаются. Да, это правда. А как вы относитесь к тому, чтобы их, может быть, как-то реанимировать, изменить цвета? То есть это тоже приемлемо, вот, если делать полный ремонт квартиры? Я замечательно к этому отношусь. Замечательно. Такие мелочи, которые абсолютно, меняем, абсолютно. Да? Сейчас очень модное направление – это эклектика. Здорово, что ее когда-то кто-то придумал. Это совершенно смешение стилей. Настолько сейчас возможно смешать все воедино. Это можно сделать очень вкусно. Какие-то все-таки детали интерьера, которые важны для вас, для родителей, не знаю, для человека все равно тех времен. Почему бы и нет? Можно экспериментировать. Фьюжн – это смешение разных стилей. Но смешение не хаотичное и напоминающее цыганский табор, а упорядоченный микс. Фьюжн впитал в себя лучшие элементы нескольких современных направлений. Такие интерьеры напоминают праздник. Яркие краски, самые смелые сочетания оттенков, невероятных форм мебель, хороший текстиль, богатое освещение – все это фьюжн. Со стилем фьюжн могут сочетаться и африканские статуэтки, и зеркало викторианской эпохи, и уникальные винтажные предметы. Дарья, скажите, а что является для вас успехом вот вашей деятельности? А, может быть, какая-то это цель или стремление, когда вы это сделаете, скажете, вот это успех, вот здесь я на пике? Наверное, когда я так себе скажу, я остановлюсь. Закончу деятельность. Моя цель ежедневно – это узнавать себя с новой стороны. Естественно, это мой рост. Я работаю не только в сфере интерьеров, я занимаюсь декорированием мероприятий. Я не люблю брать проекты стандартивные, да? Естественно, у нас есть какие-то стандарты, свадьба должна выглядеть вот так, это определенная цветовая гамма и т.д. и т.п. Поэтому я не занимаюсь этим настолько вплотную. Если это проект, который я беру с нуля, который я могу придумать и довести до конца, да, тогда он мой. Вот в прошлом году у нас был огромный масштабный проект. У нас была безумно красивая стилистика, это были замки, это был какой-то дворец. То есть даже в оформлении у Дарьи есть свой вкус, свой стиль? Есть, конечно, да. Поэтому, наверное, это такое мое небольшое хобби. А ведь наверняка в этой сфере есть какие-то тренды. Сейчас очень актуальны зеленые занавески или что-то в этом роде. Есть, конечно. Есть очень много компаний, которые каждый год выпускают что-то новое, какие-то нововведения. Задание, да, конечно. И что вот в этом сезоне у нас бьет рекорды? У нас в этом сезоне бьет рекорды та же эклектика. Ну вот настолько мы сейчас, наверное, классику перемешали с Европой. Глубокие цвета, насыщенные цвета. Кстати, тот же принт, он тоже актуален в этом году. Я думаю, что сегодня дома уже точно начну что-нибудь менять в своем интерьере. Тренд каждого года – это… Твое настроение, наверное. Это твое настроение, да. Это для меня тренд. Ну вот это самый важный тренд, который должен быть с вами. Дарья, ну и наш коронный вопрос, мы его очень любим задавать нашим гостям. Скажите, пожалуйста, как вы можете описать ваше утро тремя прилагательными? Мое утро, оно неповторимое, оно наполнено любовью. Это прилагательное, нет? Можно так сказать? Можно. И оно всегда бодрое. Бодрое. Надеюсь, ваше утро такое же бодрое, как и у Дарьи. Как и у Дарьи, да. Спасибо большое, Дарья. Спасибо вам. Вы нам рассказали очень много интересного. Я думаю, что… полезного. И полезного, да. Наши телезрители уже сегодня начнут изменять… Менять занавески. Да. Это прекрасно. Убирать свои шоколадные полы. Да. Успехов вам в ваших начинаниях. И хорошего вам дня. Ну и хотим видеть больше ваших интерьеров. И я уверена, что… Все мы оценим работу, и Ташкент преобразится. Спасибо. Я очень признательна. Удачи вам.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наша передача подошла к концу. Дарья так вдохновляюще рассказала нам о дизайне интерьеров, что так и хочется прийти домой и что-нибудь перекрасить. Ну, или передвинуть что-нибудь. Да, согласна с тобой. Есть такой момент. Дорогие наши телезрители, если вы так же, как и мы, что-то захотели срочно изменить в своей комнате, желаем вам отличных начинаний. И не важно, в каком это стиле будет, главное, чтобы вам было уютно. Ну, а мы прощаемся с вами. Смотрите нас каждый четверг на канале Зор ТВ. Пока-пока.